делаешь мову продвижения. Ребята, команда продвижения поехала кататься на велосипедах. Мы проедем 25 километров. 25! 25? Че, правда 25? Куда я попал? Че, какие 25? Вы че, хоть бы один проехать? Ну, ребят, вы че, 25? 25! Еще 25! Сегодня в нашей команде продвижение флешмоб, велопробег. Но так как у нас сегодня весь день был дождь, а в соседнем городе выпал снег, и вот сейчас вот мой вид из окна, если видите небо, какое серое, такое прям аж черное, на улице очень холодно. Ну это еще ладно, но самое главное, что у меня нет велосипеда. И потому в нашем славном красивом городе, чтобы взять велосипед на прокат, такая функция отсутствует, и появится она, возможно, лет через 10, когда дойдет до него цивилизация. А потому я вспомнила про свой велотренажер. Не, ну а что, почему бы нет, какая разница? Вот, я тоже сейчас присоединилась к флешмобу команды продвижения. Дышу свежим воздухом, прикрыла окошечко, потому что реально на улице очень холодно. Можно сказать, зима наступила. И наслаждаюсь видами, листочки распускаются, вон птички. Ура, мы лучшие! Ура, продвижение рулит! Ребят, движение, это жизнь, присоединяйтесь к нашему флешмобу про велодвижение, ура! Фух, я устала.